А, ой, стоп. Сняли? Слушайте, мост железный, современный мост, оказывается. Я думал, деревянный какой-то. Шикарный мост, вон какой. Обалдеть. Шикарный мост. Вот сейчас и на вас. С мостом. Ветра нет, хорошо скажу. Вот это имеешь в виду? Да. Вот это имел в виду? Да. Рассказывайте. Настоящий, необитаемый у вас. Так мы путешествуем. Череда островов. Причем они ранжированы по размеру. Побольше, поменьше, еще поменьше. Ну, судя по тому, что черники здесь нет, народа было здесь много. Да. И они ее пожрали, всю чернику. Потому что черники, на самом деле, здесь... У нас-то ее сколько много, ее никто не ест. А здесь черника вся съедена, да. Саша, они здесь, это, в принципе, деревня? Нет, не здесь. С той стороны они. Может, еще какие-то деревни есть, я не знаю. Где он? Вон. А это тоже на моторе, что ли, как катамаран? Меня бы подразвернул, может быть, меня веслом немножечко чуть-чуть. Веслом, да, ну, чтоб его, да, чтобы мне не повернуться. Ох, черт, сейчас я вот так. Да? А, да, да, нормально, да. Вот именно, чтобы я не снимать мог его, да. Черт, я его уже потерял. А, вижу. Сейчас пока не скроется. Картина «Рыбаки на промысле». Не задаешь.
Тоже хитрее, люди или рыбы?